Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 26. Решаем задачу. За год автосалон продал 305 автомобилей «Лада» и 142 «Волги». В первом полугодии продали 237 машин. Сколько машин продали во втором полугодии? Первым действием мы к 305 прибавим 142, чтобы узнать, сколько всего автомобилей продали. 5 плюс 2 будет 7, 0 плюс 4 – 4, а 3 плюс 1 – 4. Получилось 447. Чтобы узнать, сколько автомобилей продали во втором полугодии, мы должны от всех автомобилей проданных отнять автомобили, которые продали в первом полугодии. 447 минус 237. 7 минус 7 будет 0. 4 минус 3 – 1, а 4 минус 2 – 2. Итого 210 машин продали во втором полугодии. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставьте свои комментарии под видео.